Каждый день на улицах города можно заметить рабочих, обрезающих деревья. Сотрудники дирекции благоустройства трудятся, чтобы успеть обрезку в срок. С приходом весны, когда почки начнут оживать, будет уже поздно. А работы эти, говорят специалисты дирекции благоустройства города, необходимы. Это санитарная обрезка деревьев, которая обязательна всем многолетним растениям, не говоря уже о деревьях. Раз в 1,5-2 года проводится обрезка тополя и ясеня, раз в 3-4 года проводится обрезка липы и каштана. Эта процедура в первую очередь стимулирует образование новых побегов, которые весной будут создавать новую крону деревьев. Одной из причин санитарной обрезки называют безопасность. Электрические провода, путаясь в ветвях деревьев, с большей вероятностью могут оборваться в случае сильного ветра. На всех районах производится обрезка. Советский, железнодорожный, московский, октябрьский. По мере загруженности каждый день проходит обрезка. С начала осени и до ранней весны. Обрезаются старые, больные и усыхающие ветви. И с наступлением холодов очень большое количество сухих веток образуется на дереве, но это не страшно, потому что весной все это будет зеленеть, и новые молодые побеги будут намного лучше выглядеть, чем это выглядит сейчас. С наступлением тепла из оставленных при обрезке почек вырастут новые побеги. Кроны, вопреки беспокойству горожан, зазеленеют. А деревья выполнят свою функцию. Будут насыщать воздух кислородом, радовать взгляды рязанцев и гостей города.